Всем привет! Сегодня на очередном Жора-Бжорыче маленький завтрак в парке. Ну, в общем, все как обычно. Только завтрак будет с необычным батончиком. Это очередной аналог сникерса, который я вам, собственно говоря, и презентую для Жора-Бжорыча и DC Перекусыча. Итак, вот такая вот бомба. Под домашний кофеек. Ну, шоколад здесь молочный, сделан он идеально, очень твердый. Сейчас посмотрим, что нам это даст в плане завтрака. Много карамели, но арахис дробленый. Он вовсе не цельный, но тем не менее наесться им вполне, очень даже как. Кофеек домашний с сахаром. И сам батончик очень сладкий. Поэтому очень много сахара. Наесться более чем хватает. Это не сникерс, конечно, но он намного тверже сникерса. По вкусу он ближе всех остальных аналогов степа там и всего остального подошел к сникерсу, но опять же, за счет дробленого арахиса и более жесткой консистенции его, я не могу сказать, что это прям полный заменитель. Ну, всем пока. До следующих Жора-Бжорычей. Оцениваем видео. Ну и, соответственно, подписываемся на канал. Прям холодно сегодня.